Всем привет! Сегодня я отрезал верхушку своей людвиги и посадил ее в этот же стаканчик. Но по каким-то причинам это совершенно не понравилось самке попугайчика, и она его сразу выдернула. И за этот день я сажал верхушку людвиги в итоге 4 раза. Каждый раз она его выдергивала. Сейчас на экране вы можете видеть, как она это делает. Она крутится вокруг него, пытается подцепить его в дом за листик, толкает его и в конечном итоге добивается своего. Не знаю, с чем это связано, может быть, ей стаканчик понравился как потенциальное гнездо для будущего нереста, хотя до этого она икру откладывала в глиняную трубочку рядом. Но факт остается фактом. Эта верхушка людвиги почему-то ее жутко раздражает, и она ее все время выдергивает. Если кто-нибудь сталкивался с таким поведением, то, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео. Будет любопытно узнать. А здесь уже виден результат ее усилий.